В гости к альпакам в Малокарачаевском районе на Медовых водопадах состоялось открытие альпака-парка. Отдыхающие могут познакомиться с уникальными животными из Южной Америки, покормить их и получить массу положительных эмоций. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В парке уникальных животных помимо альпак проживают ламы, гуанака, французские уэсаны, валлийские бараны, ручные кролики и козы разных стран. Гармоничное сочетание животного и растительного мира не оставит никого равнодушным. Погрузиться в уникальный мир альпака-парка приехали взрослые дети со всего Северокавказского федерального округа. Круто, тут все прикольно, красивые животные. А что больше всего понравилось? Наверное, барашки. Барашки прикольные, карликовые. Мне здесь понравилось альпаки. Я их кормил морковкой. Да, первый раз мы сюда приехали, и очень красиво, очень круто. Классные животные, милые. Приедете сюда еще раз? Да, обязательно. В церемонии открытия альпака-парка приняли участие заместитель главы Кисловодска по курорту, туризму, спорту и международным отношениям Александр Данилов, руководитель туркомплекса «Медовые водопады» Муса Баташев, известный блогер Аслан Кагиев и другие почетные гости. Заместитель главы Кисловодска Александр Данилов отметил значимость такого парка для отдыхающих с детьми. Он поблагодарил главу Карачаева-Черкесии за оказанную поддержку в развитии таких проектов. Вот я тоже приехал со своей доченькой, которая очень рада, что такой проект сегодня реализован. Я вам скажу, больше всего понравилась обстановка, в которую мы сегодня погрузились. Мы переключились от забот, от хлопот и находимся на природе и общаемся вместе с такими прекрасными животными. В течение недели на территории добавятся мягкие костровые зоны. Также планируется благоустройство лавандового поля, где жители и гости смогут насладиться красотами бескрайних фиолетовых простор. Аслан Кагиев, сооснователь альпака-парка, отметил, что парк – место, которое насыщено эмоциями. Каждый может выбрать, как проводить время на территории фермы. Поэтому основная история с этим местом – люди приходят сюда проводить время. Как с животными, так и, в принципе, рядом с ними, потому что просто присев вокруг такой красоты, ты о многих вещах думаешь и на многие вопросы находишь, наконец-то, ответы. Ферма «Альпак» – идеальное место для того, чтобы приехать и отдохнуть всей семьей, побывать на свежем воздухе, получить море незабываемых эмоций и, конечно же, познакомиться с милыми и дружелюбными животными. Дарья Тендит, Анастасия Лой, Вести Карачаева-Черкесия.